Добрый день, уважаемые родители, педагоги и слуги. Сегодня такой праздник. Ну, самое первое, в этот день надо благодарить ваших учителей, которые с вами 9 лет, некоторым 11 лет трудился от своего жизни. Самые важные моменты, которые потратили на вас, чтобы вы стали человеком, чтобы у вас было образование. Я благодарю Залия Хаметовну особенно, чтобы такой ответственный момент она хотела, чтобы я выступал. Спасибо вам большое. И вам желаю дальнейших. По смыслу светофора, зеленый свет, это не первый, это не последний праздник ваш. Если у вас будет серьезный цель, вы еще не раз будете записником. Самое главное, ставить перед собой цель и идти до конца, не бояться ничего. Учиться никогда не поздно. Я до сих пор учусь. И вам тоже желаю удачи, терпения, чтобы учились. Потому что тот сейчас такое время не учился, тот остался голодным. Это вот так оно и есть. Еще раз желаю вам счастья. Дорогие девятиклассники, позади